tu sei felice che finalmente andiamo con te a piscina? Sei stata male più di un mese, vero? La stagione. Вот брешь? Козывай. Ciao Melissa, buongiorno, buongiorno. A chi dice ciao oggi? Ciao? Chi? Ma? Mamma? Dopo? Hai dimenticato tutto? Hai dimenticato? Calori. Che calore, Melissa? Quello è che calore? Rosso. Questo è che calore? Questa. Giallo. Che calore? Bellissimi fiori, vero Melissa? Ti piace? Il plaza. Melissa, dove andiamo dopo? Dove andiamo dopo? Айбек, как будет правильно? In piscina или a piscina? In piscina. Io vivo in Italia или a Italia? A Padova, in Italia. A Padova in Italia. Hai capito, Melissa? Вон там он находится, отель Алалба, соседний. А напротив находится Гранд Отель Абано. Даже пальмы есть здесь. Arrivato tuo colazione, stai attenta. Quant'è? Babuschina coffee. Buone, Melissa? Biscotti. Colazione con papà e babuschka? Con nonna? Tu sai che io sono tua nonna casacca? Babuschka? Come si chiama la nonna? Come si chiama la nonna? Riesci a dire? Brava. Ah, che cosa dice? Nonna Jasmine. Com'è? Oh, Melissa, brava! Riesci a dire nonna Jasmine? Che brava sei! Dire con alta voce, nonna? Te lo dirò dopo, lascialo. Она не любит повторять. Один раз скажет, и все. Ласточка ты моя, солнышко. Седи сула диванетта, Мелисса. Седи вичино ту джукаталы. Prendi tua bambola, aspetti, non adesso fa un po'. Ah,
У тебя есть и лейка. Мы в отель Alba с ночевкой. Я буду использовать сегодня 100 евро ваучер. А до полави бамбула кона коля коза, Мелисса. Окей. Вот такой вот солнечный день, присолнечный. Вот такой вот Alba, оказывается, открыто. Ждем номер. Открыто и сауна, и баню турко. Вот здесь вот баню турко. И наверху сауна. Так, Мелисса, non devi cadere, piano piano. Ласточка, солнышко. Солнышко мое, ласточка. Сауна, ко. Куча сауны. Andiamo a vedere da là, Mélisse, che cosa c'è anche. Vieni qua. Dopo prendiamo camera, dopo cambiamo vestiti, mettiamo costume di bagno. Qua che cosa c'è? Ah, che bello salotto di relax qua. Guarda. Салотто ди релакс, а соли. Допо андьямо фуори. Нон вой, Мелисса, нон воли. Мелисса не хочет. Куэлле пищина тугой. Си, си. Адесо андьямо камбиаре вестити. Но куэлле нон че соли. Окей, окей. Quando danno camera a noi, dopo andiamo a piscina, ancora camera non pronta. Нет еще, как бы, не готов номер в отеле. Пойдем немножко прогуляемся, сразу пообедаем, потом пойдем в бассейн. Да, Мелисса? Да. Чела шиволи, фачама шиволи. Вот такой вот у них городской парк. Диама Кикозана. Шиволара дали? Окей. Окей, уна, два, три, брависсимо. Шиволи альтро. Браво, скалоласка ты моя, давай. Рампиката. Мелисса, адеса шиволи да ква. Чао, Мелисса. A chi dici ciao? Vieni da questa truba. Dai! Altri bambini aspettano. Questo che cosa? Хороший такой парк, так тепло сегодня. Я помню еще... У моей подруги еще маленькие дети были, по 3 года здесь играли. Мелисса, метти да ква? Ай паура? Метра ква? Бум! Бум! Коста пилюш, ди Мелисса. Коста орсо. Си? Коста орсо, ди Маша.
Маша и медведь. Дай, скалолазка, давай. Una, due. Tu sei coraggiosa. Fai arrampicata. Bravissima. Che cosa hai? Vediamo che cosa hai. Hai anche anellino. Guardi, колечко, анелло. Questa bambina. Adesso mettiamo vestito a bambina. Questa sarà tu, bambina, vero? Tutto niente. Лясточка моя, солнышко. Продавец сделал 5 евро скидку. Это было 10 евро, вот эти игрушки. Два колечка есть. Это 20 евро пелюш, чтоб ночью спать. И он говорит, я обычно не делаю скидку, но сейчас сделаю. И взял только... Я дала 40, он мне дал 15, да, 25 евро. Прекрасный парк. Всем привет. Хочет приклеить эти бриллиантины, и не получается у нее. Ласточка моя, солнышко. Монстрами, коме? Кванто белла фатта Мелисса. Ласточка сама снимает пальто. Браво! Так, видите камера, Мелисса? Видимо, наша камера. Чао, Мелисса, чао. Видимо, наша. Так, дай мне. Так. Опа. Ту Мишутка. Мишка твоя. Лясточка, лясточка. Видимо, коме ностро. Балкона, вени, Мелисса. Però senza di me non uscire, solo con me, ok? Абана терме колли угания. Посмотрите, какая красота. Вот здесь вот был парк сегодня. Ту рекорди ке джокати ин коста... Сиси. Сиси, монтаня. А? Hai visto tu montagna? Ok, andiamo a pranzare adesso. No, non devi togliere. Tu arsacchiotta, Masha e medvedi. Tu sei come Masha? Ok, bravissima. Vediamo come c'è bagno. Bagno вот такой вот, но почему-то я, наверное, должна это... 260 евро, по-моему, насколько я поняла, на двоих людей. Лясточка, сёльнышко моё. Дове туа, Барби? Коста туа Маша? Дове су канюлино? Лясточка. Ква. Чанке свой анелли? Посмотрим, что у них есть на обед. О, Македония. Ой, смотрите, как красиво сделали всякие фрукты. Салаты всякие.
быстро-быстро пробегусь, потому что Мелисса одна. Может быть, потом приедет римлянин. Ой, коцы. Мама мия. Есть еще пещи. А, вот это вот все пещи. Рыба. Все налетели так. Ти портати già mangiare, Мелисса. Аристократка ты моя. Ну вот, 100 евро только за то, что она будет пасту есть одну. Ничего не хочет. Думаете, это нормально так? Даже огурцов нету. Хотя бы она огурцы ела. Скузате, че 4 оли анке? Perché mia Мелисса mangia solo 4 оли и помидоры. E formaggio. Non mangio niente, né carne né altro. Лясточка, чао, лясточка, чао. Полный зал, полный отель. Конечно, 127 евро на одного человека с ужином, завтраком и обедом не так и дорого. Лястюлечка моя, солнышко, бутакан, сольбутакан. Сколько шума. Это вот какая-то рыба с меланзана. И ей вот такие вот пульпеты, котлетки, но она не хочет. Отказывается есть. Чао, Мелисса. Чао. Это отель Аль-Альба Абано-Терме. Четырехзвездочный отель за одну ночь. 127 евро на одного человека. Полный пансион. Завтрак, ужин, обед. Сегодня тоже жара в Абано-Терме.